Помните, ехали медведи на велосипеде, а еще Карлсон, робот, Мальвина и Человек-паук. И они тоже на велосипедах. Впервые в Могилеве прошел велокарнавал. Открытие велосезона этой весной задержалось из-за капризов погоды. Но более 500 велосипедистов всех возрастных и весовых категорий выехали на премьерный проезд по Могилеву. С ними и цветные пятницы на двух колесах.